Нет, вы стойте как стоите, представьте, что вот здесь вот перед вами где-то огромная барабанная установка. Нет, туфли в руках вы можете оставить, если вам так удобнее, но можете вообразить палочки здесь, как вы захотите. Сейчас заиграет ваша партия, партия ударных, и вам нужно будет попадать в ритм этой партии, ну и максимально делать это по-роковому, максимально представить, что вы действительно ударник крутой рок-группы. Вы готовы? Тарелки? Хорошо. Давайте поприветствуем, друзья, аплодисментами нашего ударника. У нас пока что репетиция, поэтому не судите строго. Итак, партия ударных. 3-4. Поехали! Она решила играть головой, просто постучать. Отлично! Супер-супер! Я согласен абсолютно. Но попадать тоже нужно. Нет, пока играет наш ритм, вы должны попадать. Давайте, мы сейчас попробуем еще разок. Более ритмично. Старайтесь прям попасть в это. Можно нам чуть-чуть погромче сделать фонограмму? Вот, спасибо. Есть, да. Вы, кстати, вот этой ножкой абсолютно правильно делаете. Там у вас бочка внизу стучит. Все. Супер. Давайте аплодисментов нашим ударным. Хорошо. Хорошо. Ну ладно, ей просто не хватает команды пока что. Пока что не хватает команды. Сейчас все добавится. А, да? Ну, здесь все рядом, в принципе, я не против. Разбираемся с гитарами, друзья. Разбираемся с гитарами. Давайте вспоминать, какие вообще бывают гитары. Бас-гитара, отлично. Бас-гитарист. Ваши аплодисменты нашему бас-гитаристу. Сделайте шажочек вперед. И пробуйте сразу. Но это сразу нет, это сразу ритм гитара какая-то больше, да? Смотрите, сейчас мы научимся. У нас есть гитара еще, есть еще, для всех хватит. Смотрите, бас-гитара, она большая, у нее очень длинный гриф. Она висит на очень длинной вот этой ленточке, то есть у вас руки вообще где-то вот здесь. И правая, и левая тоже, да? Бас-гитарист совершает минимальное количество движений телом, туловищем. Он работает где-то здесь пальцами, где-то здесь правой рукой и где-то там внутри головой очень сильно, потому что он бас-гитарист, он самое главное звено в рок-группе. Да, еще гитара тяжелая, поэтому, в принципе, да, будет справедливо, если так. Ну, собственно, вы слышите ритм, попадаете в него и не забывайте, что левыми пальцами он этот ритм тоже перебирает. Давайте попробуем еще раз. Бас-гитара, поехали! Да, это правильный ход был. Волосы должны быть тоже где-то здесь, примерно на уровне гитары. Да, круто! Супер! Но это уже опционально, но если будет, то будет хорошо. Отлично, разобрались с бас-гитарой, друзья, продолжаем. Есть, какая есть еще гитара? Какая еще гитара? Соло-гитара, хорошо, помимо соло-гитары еще ритм. Ритм-гитара, абсолютно верно. Давайте, вам я просто уготовил соло-гитару. Вот мне хочется, чтобы вы были соло-гитаристом. Давайте разберемся с ритмом. Кто будет... Да нет, соло пока попозже. Вы пока настраивайтесь. Давайте вы будете... Нет, вы... для вас тоже есть супер... Какой треугольничек? Нет. Пойдемте, ритм-гитара. Супер, друзья, аплодисменты. Ритм-гитара. Вы будете в перерывах, и я скажу, когда можно треугольничек. Поехали. Смотрите, ритм-гитара. Ритм-гитара — это обычная... Ну, это обычная акустическая гитара. Акулеле может быть ритм гитары, в принципе, да. Главное, попробуйте сейчас услышать, и там будет важный акцент, в который важно будет попадать, и я вам скажу, где он. Давайте послушаем. Берите гитару в руки. Так, хорошо, укулеле. У вас какая-то большая укулеле. Ну, как скажете. Давайте, слушаем, поехали. Ритм гитары. Вот. Супер! Ну вот, вы говорите треугольничек, а мы не треугольничек. Смотрите, здесь, вот слышите, музыка рыдает акцент. Бау! Вот нам в него надо прям попадать, да? Давайте мы сейчас попробуем еще раз, нам важно. Адзинь! О, давайте мы в этот акцент будем делать треугольничек, да? Просто включите еще раз, послушаем.
вот здесь играет, вот слышите акцент, бау, вот этот, да, вот здесь будет прикольничек. Ну, типа того, да. Аплодисменты, друзья, ритм-гитара. Ритм-гитара. Соло. Соло-гитарист, пожалуйста. Ваши аплодисменты, друзья. Вы помните, да, вопрос про из нашего квиза про Пита Таунсенда, который сломал гитару? Это именно соло-гитарист. Вот это как раз тот чувак, который носится по сцене, что-то жгет, пьет, поджигает, я не знаю, ломает гитару об колонки. Это вот именно тот самый человек. Ну и при этом он максимально, он может лечь, сыграть за спиной, выйти, сбегать до магазина за водкой, вернуться. Короче, соло-гитарист — это вот этот чувак, который может все. Готовы? 3-4, поехали! Да-да-да! Друзья, это то, что нужно, вот прям. Дальше репетировать, только портить, это точно. Супер! Едем дальше. Так, кто у меня остался еще не при делах? Помашите ручкой. Вы, блинчики, мужчины. Хорошо, давайте так. Ну, и у нас девушка есть, и мужчина есть. Не-не-не, оставайтесь. Для вас еще будет роль. Пойдемте, пойдемте с вами. И вы, пожалуйста, тоже. Смотрите, друзья, я не знаю, это, ну, вы встаньте где-то здесь в серединке. Это будет немножко комично, смешно, но если вы, как говорится, не обломаетесь, будет классно. Это у нас тоже неотъемлемая часть музыкального коллектива, которая называется бэк-вокал. Бэк-вокал, да. Но дело в том, что у нас, мы же современная группа, мы поем под фонограмму, а фонограмму у нас записала только женская часть бэк-вокала. Но в этом и юмор нашего с вами, собственно, музыкального номера. Давайте так, бэк-вокал — это что? Это немножечко полубоком, да, немножечко полубоком, правая ножка впереди. Да, 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 это вот бедрышки немного вперед-назад. И щелчки пальцами. Это все бэк-вокал. Сейчас вы услышите фонограмму и просто попробуете в нее попасть. Нет, микрофон вам не нужен, там все записано. Вы просто открываете рот, и будет у вас счастье. Вы хотите, чтобы это был... отлично, да, договорились. Так, давайте послушаем бэк-вокал, поехали. Я с вами здесь. Все просто. Вообще, давайте на легкости. Отлично. Класс. Наш очаровательный бэк-вокал, друзья. Ваши аплодисменты. Остаются последние штрихи, друзья. У нас есть ударные, у нас есть три гитары, у нас есть бэк-вокал, у нас нет солиста, у нас нет фронтмена. Это вы, да, это вы, человек, который ждал покорно здесь, когда же ему вручат его роль. Это ваша роль. Солист группы, фронтмен, вы выходите сюда вот пока в центр. Это человек, у которого нет никакого музыкального инструмента, кроме его харизмы, кроме его энергетики, кроме его голоса, конечно же. Ваша фонограмма также там записана, но если вы сможете ее перекричать, перепеть, точнее сказать, будет отлично. Я сразу скажу, что партия очень короткая, поэтому в эту короткую партию вам нужно максимально постараться вложить всю вот харизму, всю энергетику и все свое нутро, которое у вас есть. Вы готовы? Друзья, давайте поддержим аплодисментами. Приготовились? Слушаем партию солиста. 3-4, поехали! Все, смотрите, он даже не успел разойтись. Я говорил, здесь очень-очень коротко. Давайте попробуем еще разочек. 3-4. Огонь! Ваши аплодисменты, друзья! Слушайте, ну все, мы разобрались со всеми участниками группы. У нас осталось буквально два штриха. У нас нет названия. У нашей группы нет названия, нам нужно это как-то срочно исправить. Поэтому давайте подумаем.
Квинтэссенция есть, неплохой вариант. Какие еще? Давайте просто накидаем. Технология. Как? Технология. Технология? Да. Технология. Такой вариант. И, ну да, такая уже существует, но как бы нужно быть какими-то новаторами. Клофелин! Клофелин! Неплохо, клофелин. Рок-бенд клофелин. Есть еще варианты? Охламоны, клофелин. Что там еще было? Няшечки. Няшечки, кстати, мне нравятся, классно. Итак, я предлагаю назвать нашу группу клофеняшечки. Как вам такое название? Мне кажется, пойдет. Друзья мои, мы рок-бенд «Клофеняшечки», и нам до нашего первого выступления осталось только грамотно распределиться по сценической площадке. Поэтому встаем. Значит, смотрите, ударник у нас абсолютно правильно занял свое место, но лучше садитесь прямо вот здесь, да, прямо сюда, чтобы всем было вас хорошо видно. Так, солист пока что вообще вот куда-то за кулисы может уйти. Да, пока что сюда. Смотрите, гитарки. Гитарки могут одна быть где-то здесь, да. Соло-гитара, я думаю, что где-то однозначно вот здесь в центре. Но соло-гитара вообще не привязана к какому-то месту, как я уже говорил. Соло-гитара может быть где ей удобно и где ей угодно. И бэк-вокалисты наши, уважаемые, хорошенькие, вот здесь вот вы, да, как раз вы очень правильно встали. Супер, друзья мои! Начнется все у нас с ударных, конечно же, все начнется с ударных. Дальше я буду говорить в тот момент, когда вступает каждый новый инструмент, поэтому слушайте внимательно, соберитесь, друзья, мы начинаем. Дорогие зрители, уважаемые гости, дамы и господа, прямо сейчас на ваших глазах, здесь, на этой сцене, состоится первое мощное, истинно роковое и драйвовое выступление новейшей рок-группы «Клофеняшечки». Вы готовы? Встречайте бурные! Ударные идут! Бас-гитара, вспоминаем! Так, это бас! Соло пока что нет! Ритм! Но больше! Отлично! Вот теперь вступает соло! Продолжаем в том же ритме. Это было круто. Спасибо.